Всем привет! Продолжаем путешествовать по Васильевскому острову. Музей Рарта представляет выставку Алексея Чижова. Называется она «Новый порядок». Вот как написано о ней в анонсе. Картина Чижова является своего рода эпосом гибридной войны. Здесь речь идет о войне, и автор не стесняется манифестировать своими работами определенную гражданскую позицию, что заставляет вспомнить о наивной искренности романтического искусства. Сам автор говорит, что в серии «Новый порядок» он следует традиционному антиутопическому пафосу и пытался представить общую метафору современной геополитики. Ну, сложно рассуждать о этих картинах. Картина как картина. Представил художник молодой, 80-го года рождения. Родился он в Ленинграде. Классическое образование. Работа художника находится в частных коллекциях в России, Англии, США и других странах. Вот просто вам показывать, чтобы быть в теме, что есть такая выставка такого автора Алексея Чижова. Мнение составляйте сами. Вот и все. Всем привет, до свидания, пока-пока.